Всем доброе утро, новый влог. А у нас дождик 5 утра. Дождик. У нас к 9 часам второй дождик был. Ну вот, вот такие облачка. Вот. Но мы рискнули, все равно сейчас позавтракали, много народу. Может, пойдем только поплавать, закрывать ты не будешь. Может быть, волны. Вчера немножко были волны. Вот. А это все на соседний отель у нас вид. Пантос. Ну, он дорогой, он там за 10 дней 90 тысяч с перелетом выйдет. Вот этот отель Пантос. Опять дождик пошел. Ну, пойдем на мой. Ну, а как они смелые пошли. О, какая красивая герань. Как у них растет. Дождик. Вот такое морешко, но мы пришли на главный пляж. Народ все равно идет. Вот. Загорать понятно, что дело мы не будем. Ну, такое морешко сегодня. Короче, нам сказали, что 2 дня будет вот такая погода, пасмурная, без дождей, и на море только 2 экскурсии. Будем приходить так. Просто дышать морем и купаться. А? Ну выбрал. Копченую будешь? Игру копченую такую будешь, я каждому по штучке возьму. За 350. А, ты такую хочешь? Я думала, ты маленькую какую-нибудь такую. Ну давай. Какую? Я такие по 100 рублей возьму, а для тебя для себя. А, ну давай. Понял? Давай. Три початка 100 рублей. Так, а это какая рыбка? Игла. Две штучки 100 рублей. Ну, каждый 100. Да. Целый день будет дождь, так 2 дня. В басике накупалась нормально, под дождиком. В самый раз. Солнце не печет. Опять бушку сушить. За что вот так? Вот такие дела. А в соседнем отеле акваэробика идет. Одни женщины занимаются. Все помните таркан? Телек здесь очень хорошо показывает. Ну, сколько тут? Ну, до 25 каналов точно. Шикарно показывает. Не то, что за границей в Турции не все каналы показывают. Отлично. Продаются Пятигорские натуральные шубы. Ну, там он на другую улицу пришли. Ну, шубу можно, знаете, и в Каляеве, и купить, и в этом, в Уолберис и так далее. Ну все, уже солнышко, погода наладилась, хоть прислали МЧС, что типа может быть смерч. Вообще сегодня ночью, да, Сереж, обещали дождик в 12 часов ночи. Вот, уже все на басик вылезли, загорают, но мы не решили, не будем, потому что и так все горит дело. Вот. Куда сегодня особо не пойдем, пойдем на ужин. Сходили в магазин красное-белое. Ребят, там пиво, алкоголь берут ящиками, мужики, на 5 тысяч. На 5 тысяч алкоголь мужик накупает. Другой ящик им накупает вообще очень много. Мороженое здесь стоит 6 шариков, да, Сереж? 6 шариков, 50 рублей. И еще сверху 2 сиропа, как вы хотите. Мне кажется, в Москве даже 3 шарика, ну, 200-250 рублей стоят. Тут такие цены просто вот смешные. Просто очень дешевые.
Будем в номере, будем отдыхать сегодня. А завтра будем, надеемся, что будет солнышко, хорошая погода. Так что вот такие дела. Новый день. Такая у нас лампочка одна здесь. И кондюк сейчас работает. Мы пойдем на завтрак 9. Потому что на завтрак здесь очередь занимается 8 утра. И на завтрак ходит 200. Представляете, 16 человек. И чтобы место найти на стол, это ужас какой-то. А на обед 40 человек, да? Офигительная разница. Так что пойдем к 9. Смотрите, какое небо классное сегодня. Хоть обещали второй день, а вон все. Солнышко уже светит. У соседей только один человек. Сейчас только еще 8 утра. Так что пойдем сегодня на море. Вот такой решила сделать маску. Специально брала. Очень хорошо охлаждает. Приводит лицо в порядок. Бюджетная, классная. На отдых самое то. Еще, если едете в Анапу, Геленджик, берите, не знаю, больше прищепок, потому что если вы вдвоем-троем, потому что вещи могут улететь, особенно если у вас последние этажи номера. Вот такой у меня образ: штаны H&M, футболка салатовая Остин. Так что, девчонки, берете больше футболок, шорт, юбок, хлопок. Можно здесь купить, тут все тоже дешево. Так что вот так. Вот такую вкусную. Каждое утро дают пиццу на завтрак, блинчики, хинкали, сосиски, две каши, сыр, колбаса, чего только нету. Вот. Так что взяла одну. Смотрите, сколько сегодня много народа. Здесь мокрый песок, здесь сухой, весь народ. Особенно вот там вообще просто легко. Собирались сейчас на пляж, и была смешная история. Муж хотел посмотреть, какие я... Ну, все положила в сумку, и в итоге вместо его плавок я положила свои плавки, черные. И он бы ходил в женских плавках, не смог плавать. Смешно. Пляже предлагают ослика, пони, пофоткаться с этим попугайчиком. Но мне кажется, пони и ослик на пляже. Вот такие потоки бывают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так волна прибила. Волны прям сшибают. Черешни, килограмм черешни 200 рублей, но смотрите, какая она крупная. Арбузы мы не стали брать, потому что нет ножа у нас. Вот. Смотрите, какие крупные. Очень выгодно брать орехи разные, вот сейчас кушать во время отдыха. 100 грамм, 120 рублей вот такой миндаль. Ну, там разные фисташки, совсем другие. Фундук и так далее. Специи всякие очень выгодно. Всякие варенье, мед.
Сходили, пообедали. По поводу то, что на пляже платный туалет. 20 рублей, душ 40 рублей. Туалет, как вот знаете, на кладбище. Дырка, все грязно, антисанитария. Ой, лучше дотерпите до отеля. Вот так мое личное мнение. Такая же ситуация в Геленджике. И смыв, там нету, там просто открытый бачок. Смыть нечем. Ужасно просто. Вот так в Краснодарском крае хромает в плане туалетов сервис. Если ты едешь, например, в Турцию, Кипр, там туалет бесплатный. Могут лежаки от отеля быть, могут платные. У нас все платно. Лежак платно, туалет платно. За все заплати. Так что вот так. Видели, да, второй раз ходили на море, вот такая вся красная. Второй раз я не загорала, я все закрыла, сидела, только два раза искупнулась, волны уже сильнее, вот. Так что так, вечером куда-нибудь сходим посидеть, вот. Ну, сегодня, конечно же, надо голову привести в порядок. Девчонки, если будете на море, берите что-нибудь, волосы, какой-нибудь спрей для расчесывания, для мягкости, вот, каких-то масочек. Здесь особо масок нет, тут и бальзамы, или большая маска прелесть. А продукты лучше всего, если вы будете в Анапе Витязева, покупайте магазин Витязева. Флоресан защитный для от загара 25-30 SPF, стоит вообще 120-140 рублей. А если вы на рынке, ну, типа, как в палатке будете, там 200 рублей, 170. Вот такая, кстати, красная, вот, посмотрите, краснющая. Rock out of here! How? Say! Hey.
Все, мы пришли домой, заканчиваем второй блог. Спасибо за внимание, жду от вас подписку, лайк. Всем пока-пока.